мозги, свежие мозги. Лайк за свежие мозги. Ёб твою налево, что здесь происходит? Что это такое? Какой-то чувак ко мне прикатился. Что это за хуйня? Привет, братик. Привет, тебе помочь, братик? Братик, иди, братик. Ой. Priest to pick up. Тебя нужно подобрать, не? А, что-то другое. А, да, всем привет, друзья. А, с вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в виртуальную реальность. Слышь, пидор, здоровайся нормально с ребятами, блядь, иначе я тебе сейчас ебальник прострелю. Да, друзья, простите за то, что я не поприветствовался сразу. Значит, это виртуальная реальность, вы меня очень сильно поддержали в этой рубрике, и я продолжаю снимать на HTC Vive, ребята, разные игрушки. Еще раз прошу прощения за качество звука, микрофон мой цепляет очень много помещения, но тем не менее, надеюсь, сегодня мы с вами классно прокатим зомбарей в этой игрульке. А, выстрелить у него. На тебе, нахуй. Пистолет теперь пустой. Пистолет теперь пустой. Мув. Так. Двигаемся, ребята. Что у нас здесь имеется? У нас здесь имеется какая-то дичь. Ух ты, маска, смотрите. Маска водолазка. На себя надевать, не? Она упала. Так, подождите-ка. А могу ли я на себя ее примерить? Блять. Ну, примерься на меня, маска. Ну, маска, блять. Хуйня, блять. Нахуя мне такая маска, если она не работает ни хрена? 100 хп, да. Так, это что? Это я выпить могу? Выпить могу? Блять, не пьется говно, блять. Ну, зачем делать такую виртуальную реальность, где я даже не могу... Попить воды, блядь. О, нормально, шарик. Так, ладно, идем. О, а это что такое? Канистрочка какая-то. Взять могу? Могу взять канистрочку. Прострелить. Нахуй канистру. Ботиночки? Ботиночки взять не могу. Ладно, идем дальше, чё. Здесь какой-то чел. Оу, щит. Хуёво тебе, Фредди. Хуёво, да? Этому чуваку хуёво, ребята, очень сильно. Ох, какой видос, ребята, посмотрите, какой вид красивый. Какая поебень красивая, ребята. Так, а здесь что? Мой пояс с патронами. Чё, я патроны вешаю куда, блядь? Куда, на грудь патроны? Слушайте, охуенная тема на самом деле. Эджект Эмпти магазин. У меня дохуя пустых магазинов было. Подождите, а может я их наполнить могу обратно? Опа, чит! Чит, ребята! Empty, говорят, магазин, ребята. Так, а теперь? Теперь один. Очень интересно. Ладно, перезарядили. Давайте смотреть, я уже чит нашел в игре. О, похавать можно. Да? Move to mouse to heal. О, я могу таким образом хилиться, ребята. У меня, как мы видим, ребята, 100 хп, блядь. Выстрелить в бутылочки? Это изи просто. Для такого профессионального стрелка, блядь. Кто там? Кто там пиздит? Так, стул сзади откатись. Там какие-то пацаны, ребята. О, ёб твою налево. Привет, пацаны, идите сюда. Идите сюда. What's up, dude? Сейчас я буду вам показывать, нахуй. Кто здесь батька, нахуй? Кто здесь батька, нахуй? Оу, изи, изи шутер просто в виртуальной реальности. Чё ты выёбываешься там? Блять, патронов. Бля, патронов. Вы чё, нахуй? Спокойно, слышь, чё, блять? Не подходи ко мне, блять, я сказал. Пиздюк, ребята. Это все пиздюки. Я в виртуальной реальности. Я в реальности, как бы, очень много стреляю. И, в принципе, здесь довольно легко. Ну, как бы, вы понимаете, гангстерские разборки на моем райончике, как бы, вся хуйня. То есть, ну ладно, это вас не касается. Ну ладно, пойдем дальше. Так, значит, там пиздюк остался, пойдем посмотрим, что здесь. О, какая-то девочка с сисечками на меня решила напасть, да, сучка? Не на того напала, сюкел. Сюкел, бля. Кстати, играем мы на харде, ребята. Не знаю, чем отличается хард в этой игре от нормала. Нигер сдулся, давайте осмотрим эту девочку. Приподнять могу? Ты жива, блядь, нет? Слышь? Не, видимо, не жива, блядь. Видимо, не жива. Не знаю, насколько... Обожаю виртуальную реальность. Так, идем сюда. Вроде перезарядился. Ой, блядь, мой микрофон, нахуй, ёб твою мать, он идет за мной. Он идет на паузу, можно поставить на паузу? Пожалуйста, на паузу. Куда ты, нахуй? Блядь, у меня микрофон. Блядь, где мой микрофон, нахуй?
Микрофон, блядь, упал. Фу, блядь, я его сейчас закреплю, ребята. У меня микрофон аж уебался, прошу прощения. Очень плохо его закрепил. Сейчас закреплю, блядь, на... Ага, вот так вот. Во, нормально. Ненавижу микрофоны петлички, но тем не менее. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Пьянь, блядь, вонючая. Иди нахуй. Так, а что это он желтым засветился? Непонятно, кто эти люди, и что они здесь делают. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр. Хочу посмотреть на него поближе. Сэр, вам очень хуёво, как я вижу. Что это за говно у вас? 100 хп у меня, да? Все нормально. Все нормально, в принципе. Идем дальше. Ой, алкоголик ебучий. Игра про алкоголиков, ребята, да? Успокойся ты. Блять. Тихо. Там сзади кто-то тоже идет. Игра про алкашей, но головы очень знатненько у них разлетаются, ребята. Идем дальше. Так, видимо, здесь нам нужно будет подняться наверх. Поднимаемся наверх. По здоровью у нас все хорошо. Решетка. Решетка. Опа. Ой-ой-ой. Открываем говно. Идем дальше. Что это? Загрузка. А, ребята, блин, вот на HTC Vive я играл в немного игр, да? Но вот это вот, по моим ощущениям, ну, одна из лучших. Одна из лучших, ребята. Стрельба классная. А, непонятно, почему патронов очень мало в пистолете. Вот это вот единственный момент такой. Почему патронов реально мало, друзья? А, хотелось бы побольше. А так, в принципе, да. Так что, ребята, ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я ее попроходил. Я обязательно займусь ее прохождением. Вы сейчас не видите, наверное, ничего, потому что идет черный экран. Ну, у меня, по крайней мере, загрузка, и не более того. Посмотрим, что будет дальше. На самом деле, крутяцко. Крутяцко все это выглядит. Так, давайте посмотрим, что здесь. Опа! Это для меня. Это в грудак ко мне пришло. Идем сюда. Давайте посмотрим на виды. Смотрите, как все классно, ребята. Смотрите, как все реально круто. То есть я как будто трогаю вот эту вот штуку. Это очень круто, блядь. Это реально круто. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр. Ой, ёб твою мать, блядь, ударил меня. Фредди. 70 хп, блядь. 70 хп, ребята, это очень хуёвый знак. 70 хп это очень мало. Мне нужно что-то пожрать, пожарить, наверное. Иди на... Ох, нихера себе, аж кусок мяса отлетел прямо мне в лицо. Привет, девочка моя. Здравствуй. Иди нахуй с моего райончика, блядь. Руки за лицо закрыла руками, но проблема в том, что у тебя нет лица. Чё за кобура? Кобура? Я могу пистолет в кобуру? Да я настоящий ковбой, бля. Так, ладно, давай пойдем дальше. Радиостанция. Так, ну прежде чем мы возьмем радиостанцию, нам нужно взять вот эту вот грязную штуку. Эта грязная штука нам поможет выжить. Хавка есть там, не? Мне бы что захавать, ребята, захавать вообще нечего. Банку могу съесть? Банку съесть? Сука, банку нельзя съесть в этой игре. Чё за хуйня, блядь? Банку надо есть уметь. Блядь. Вот это что-нибудь хп. Хп не похилится. Нихуя не работает. Дэмит? Да уж, дэмит, чувак. Думай. Думай, чувак. Но нам нужна еда, братан. Нам нужна еда, хоть какая-нибудь еда. О, аптека. Аптека? Аптека, могу в себя? Аптеку, блядь, открой аптеку, чувак. В кобуру. Аптеку как-нибудь, как-нибудь открой аптечку. Говно. Аптечка не работает. В сумке по... О, еще одна маска. Еще одна масочка. Масочка, хуясочка. Ее я тоже надеть не могу. Как я должен ее надевать? Вот вопрос. Вот вопрос. Вот как? Как, блядь, я ее себе на ебальник натягиваю? О, я надел ее. Что мне это дало? Мне это ничего не дало. Где мой пистолет? Ладно, пойдем дальше. Ух ты ж нихуя себе! Ух ты ж них... О, Жириновский, блядь! Хули в этой игре делает Жириновский? Ебать! Нет, я никогда не думал, блядь, что меня в шутере про зомби убьет Жириновский, нахуй. Что за хуй? Ребята, это жесткая поебень. Это реально жесткая поебень. Меня только что убил пиздец нахуй, блядь. Так, ладно, подождите-ка. Это реально не шутки. Так, быстренько бежим вниз и смотрим, что это такое. Пошла нахуй.
Очень, ой, очень жарко, говорит главный герой. Непонятно, почему он говорит, жарко очень. Чувак, спокойно, блядь, не дергайся. Спокойно, пацаны. Блядь. Пиздец, блядь. Опять 70 хп. Столько хп снимают ребята на харде. Зря я, наверное, уровень сложности хард сделал. ХП снимают очень много. Так, здесь мы радиостанцию типа включаем. Эй, радио. Но она не работает нихуя. Мне нужно чекнуть все равно эту радиостанцию, ребята. Мне ее нужно все равно чекнуть. Зачем только? Вопрос. Еды здесь нет, а может пройти туда посмотреть, что здесь находится? Блять, да я уже чекнул. Что-то, говорят, передают. Говно, еды здесь нет, нахуй. О, ребята, работает. Так, мне нужна новая радиостанция. Зря патроны, видимо, потратил на самом деле. Сейчас же выбежит Жириновский, блядь. Его придется отстреливать. Минус, нахуй. Так, хорошо, перезарядились, идем до... Ой-ой-ой, ебать! Ох, ребята, их здесь дохренища, я не знаю, что я буду делать. Я не знаю, что я буду делать, но мне придется сделать какую-нибудь грязь. А некоторые не умирают с первого раза, вот это очень странно. Бля. Ну давай, пиздюк. Так, хорошо, вроде бы постреляли. Отойдем вот сюда. Хорошо. Нихуя себе тебя девочка перекосоебила. Так, ну и что у нас здесь есть, ребята? Здесь есть автомобили, какая-то куртка. Непонятно, вроде бы в ней ничего нет. Видимо, придется идти на мост. Придется идти на мост, и чекпоинт у нас какой-то появился. Здесь тоже пиздюки. Не так много патронов, к сожалению. В этом вся проблема. Идем дальше, аккуратно. Ух ты ж, ёб твою мать. Ты куда бежишь, нахуй, пиздюк? Так, спокойно. Сзади там еще кто-то идет, блядь. Сзади кто-то идет, передвигается. Тихо, пацаны и девчонки. Да господи, да девочка моя! Успокойся уже! Че в машине? В машине ничего нет, блядь. Ч-ч-ч-ч. Ушатанный! Ушатанный! Ты че, блядь? Ёб твою мать, налево, нахуй, убегай! Убегай, там еще девочка. Блять, убегай, чувак, сколько хп? 10 хп, нахуй. Еле спасся. Ребята, патроны, 12 патронов, нахуй. А надо пройти эту местность. Придется выцеливать таким вот... Кобура! Где пистолет? Господи. Блять, теперь с левой... С левой руки пистолет. Бля, как? Во, нормально. Вот этот вот мне не нравится, пиздюк. Ну же. Блять, ребята, у меня с патронами беда. Видимо, я не дойду дальше. Так, спокойно. Идем дальше. Фу, ребят, вот это выживание. Вот это выживание в мире зомби, реально. Че это такое? All Dutchman Mine. Какая-то шахта, ребята. Полицейская машина. Здесь по-любому... Ох, по-любому что-то есть, хотел сказать я. И здесь, правда, что-то есть, ребята. Вбираем в себя. Бля, пиздюк, иди нахуй. Так, спокойно. Идем сюда. Че там? Там ничего. Боже мой! Чувак, ты че, блядь? Уходим назад, отходим. Они здесь бешеные все. Блять, это полицейская! Господи, это госпожа полицейская! Нихуя себе мне здесь пизды надавали, ребята. Фух, вот эта игра реально жаркая, друзья. Вот эта игра реально жаркая. Фух. Я реально вспотел. Ну, наверное, потому что я играю на харде, как бы. Может быть, возможно... О, 33 патрона. В принципе, этого довольно много. Этого, я бы сказал, довольно достаточно. Пошел нахуй. Довольно достаточно. Так, девочка, пошла нахуй. Сейчас полегче как-то идет. Здравствуйте, леди. Ladies and gentlemen. Так, вот здесь сейчас будет хуёво. Вот здесь сейчас будет очень хуёво. Вот здесь надо отходить назад.
Бля, сзади меня не преследует, нахуй. Мой любимый ствол. Ну что, блядь? Ну что, блядь, давайте, нахуй, к папе идите, блядь. Давайте, идите к папе, нахуй, блядь. Вот так, нахуй. У-ху! Пиздюки, блядь. Так, нормально все. Вон там девочка скачет. Давай, подходи ближе, нахуй, подходи. Я не выебываю. Ты чё, блядь? Опа! Вот я сейчас довыебываюсь, я чувствую. Сука! Да что с тобой? Пиздец, блядь. Чё-то я как-то слишком прокосил, друзья. Еда мне нужна. Еды нету, надо машины обыскать, нахуй. Чё в тачках? В тачках нихуя нет, видимо. Вон там чемодан какой-то, может быть, это автомат? Или что-нибудь, что поможет мне? Хуй его знает. Ребята, надо обойти. Надо обойти, посмотреть. Надо обыскать. Ух ты! Шарики, хуярики, вода. Вода хуйня, да не... Кто здесь? Кто здесь нахуй? Сука, блядь. Так, хорошо. Нету, блядь, патронов. Нету нихуя патронов. Что за чемодан? Ни хрена непонятно. С какой стороны подлезть? Так, здесь ничего нету, видимо, да? Здесь ничего нету больше. Вот этот чемодан мне интересен, как бы. Что там в полицейской есть? Могли бы быть патроны здесь, но их здесь нету нихуя. Так. Здесь тоже нихуя нету. Тоже нихуя нету, блядь. О, вон там патроны, по-моему, были. Вон там в машине патроны, ребята. Кепка какая-то, каска, я не знаю, поможет оно мне или нет. Так, тихо. Да, там патрон. Ой-ой-ой, это какой-то зомбарь охуевший. Так, тихо. Идите сюда, патроны мои, блядь. Ребята, это просто жесть какая-то. Это дичь какая-то на мосту сейчас происходит. Блядь, 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 уходи. Убегай, братик, убегай нахуй отсюда. Это пиздец, лучше принимать их там, нахуй. Фу-фу-фу. Ну давай, пиздюк, нахуй, давай. Давайте, бляди. Давайте, нахуй. Давай, блядь. Сука! Пидорас, пидорас. Фух, жара, блядь. Сзади вроде никого. Они все ломятся спереди, ребята. В этом вся проблема. Пиздюки, блядь, вонючие. Давай, девочка моя. Пошла нахуй. Так, что здесь есть? Здесь какая-то каска. Чемодан открывается, вообще нет. Каска. Каска нихуя не работает. Надевай, не надевай ее на себя. Сука, здесь тоже. Чё ты шляешься здесь? Пизда, блядь. Сука. Ну. Так, идем сюда. Фух, ребята, я в жопе. О, патрончики еще есть. Еще есть патрончики. Это замечательно, в принципе. Эти рука моя не глич. 13 патронов, ребята. Хуйня полная. Это взять не могу. 13 патронов, это очень мало. Мне кажется, мы в жопе, блядь. Я в полной жопе сейчас нахожусь. Ой-ой-ой, я в жопе, блядь. Так, и где я вообще? Хуеть, блядь. Я вообще чуть-чуть из комнаты не вышел. Тихо! Тихо! Пизда, блядь! Столько патронов на тебя потратил. Блин, ребята, больно. 22 хп. Нету ни одной аптечки. Неужели нету ни одной аптечки в этом говне? Неужели мы в такой жопе, друзья? Ух ты. Патроны — это хорошо. Где аптечки у вас, блядь? Я не вижу ни одной аптеки, нахуй. Не, опа. Может быть, стоило лучше прочекать все это дело? Может быть, здесь есть? Ну? Че у тебя здесь? Говно, блядь, нихуя нету. А,
refinery. Хуйня. Да мы в жопе, братья мои и сестры. Мы в жопе, блядь. 24 патрона. Мой пистолет. И больше нихуя. Ну-ка пробежимся-ка быстро мимо них. Пробежимся-ка, займем позиции какие-нибудь. Говорит, мне нужно машину эту проверить. Она заперта. Блядь, они идут, а она заперта. Нахуй. Да, блядь, пиздюк. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пидор, блядь. Кто здесь нахуй? Кто, блядь, на папу нахуй? Давай, блядь. Пидорасы. 10 патронов. Хуйня. Прорвемся, ребята, да? Или не прорвемся? Сука, она не работает. Ключи нужно найти. Где я найду ключи? Где я найду тебе ключи, братан? Хуйня какая, а? Может быть, у кого-то из этих чуваков, может быть, могут быть ключи. Вот это приятный момент. В офисе? Ключи в офисе. Да-да-да. Видимо, ключи в офисе, ребята. Только как по... Опа. Здесь кто-то есть. Офис полон зомби, блядь. Где-то здесь зомбарь ходит. Или наверху. Скорее всего, наверху, блядь. Пиздюк. Так, здесь что у нас? Патрончики. Хорошо. Пилюлечки. 5%, бля. Чувак, таблетки. Что написано? Блядь. Хуйня. Зажигалка нахуй не нужна, блядь. Ребята, у меня беда. У меня беда, по-моему, полная. Так, патрончики еще нахуй. У меня 5 хп. Мне сейчас жопу откусят. Здесь нихуя нету. Так, это что? Берем еще. Вон они, ключи. Вижу ключи. Блять, банка еды. Как ее вскрыть, это говно. Никого здесь нет? Да уж. У меня есть теперь ключи, но... Хуль толку, ладно, побежали. Побежали, вскроем машину. Вроде бы здесь никого нет. Идем быстро до машины. Фу, вот это хуйня, ребята. Вот это хуйня. Ну-ка, стопэка. Двери-то. Чё они не открываются, блядь? Ну, ёбань. Вот сука, блядь. Кто такое делает вообще? Она не открывается. Говно, блядь. Так, а нахуя мне эти ключи? И от чего они тогда? Вот в чём вопрос. Здравствуйте, сэр. Нехуй там ходить. Так. Здесь дохуя еды, ребята. Так, забрали. Там еще наверху дичь какая-то. Дохера еды, но нет, ни хрена. Блять. Нет, ни хрена то, что я бы мог поесть. Насколько я понимаю. Эта дверь заперта. Бля, ребята, я в жопе, по-моему. О! Нахрена мне эти маски, ни хрена не понятно. Ой, они пришли сверху, а я пойду наоборот туда. Извините, до свидания. Пиздюк! Ч
Чувак в кепке. Так, хорошо. Не, ну это явно от машины. Я не могу попасть через окно, это очень интересно. Так, ладно, идем вот сюда. О. Так, а здесь что у нас? Револьвер! Nice. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Пошла нахуй, блядь. Теперь я ковбой, блядь. Так, а что это здесь такое? Здесь какой-то много грязи всякой. Непонятной причем мне. Что это за грязь вообще такая? Ладно. Нам надо посмотреть, ребята. Нам надо осмотреться. Здесь вроде больше ничего такого не видно. Так, тихо, спокухи. Спокухи, спускаемся вниз. Мы спустились в офис, из него мы могли подняться. И непонятно для чего ключи. Ну что ж, друзья. Я думаю, можно пойти попробовать повеселиться. Разочек, да? Давайте, давайте провеселимся с револьвером. Надпись. Люси Эйч, иди ко мне, говорит. Надеюсь, она это сделала. Так, а какая Люси Эйч и кого я должен здесь... Ну-ка, интересно. Это не работает. То есть, если что, я не могу использовать один патрон, как в фильмах, да? А вот так могу, интересно? Ёп! Да, ну, это было логично как-то, да? Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы нашу серию и закончим. На таком вот трагичном или нетрагичном финале. Вот, вам, как всегда, друзья, огромное спасибо за ваш просмотр, за ваши лайки. Это была моя вторая игра в виртуалочке, надеюсь, вы это оцените. Ну а с вами был Шиморо, и мы увидимся уже на новом видео. Эта игра реально охуенная, тут нечего добавить. Всем пока, друзья, и до новых встреч!